В бельгийском городе Хам состоялось открытие памятника карабахскому скакуну. Созданная при содействии Федерации коневодства Азербайджана скульптура была принесена в дар муниципалитету от Общества дружбы Азербайджан-Бельгия и установлена в центре города. Как отметил мэр города Хам Дик Девис, установка памятника карабахскому скакуну – показатель дружбы между двумя народами. Карабахская порода лошадей считается одной из самых древних в Азии и на Кавказе. Карабахские кони отличаются своей красотой и грацией. Обычно представители этой породы бывают рыжей или золотисто-рыжей масти. Помимо этого, очень часто на ногах и лбу у этих лошадей может красоваться небольшое белое пятно. Кроме того, карабахские кони очень выносливы и способны преодолевать дальние расстояния вне зависимости от погоды. Во времена Российской империи в царской армии насчитывалось около 9000 карабахских скакунов. Сегодня в Азербайджане приняты важные меры для сохранения и развития племенной основы карабахской породы лошадей. В этой сфере на научной основе будут проведены селекционно-племенные работы. Распоряжение о поддержке развития карабахской породы лошадей подписано президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Карабахская порода лошадей широко известна во всем мире. Она признана одной из лучших пород восточного типа. В 2016 году на праздновании 90-летнего юбилея королевы Великобритании Елизаветы II азербайджанские наездники показали грандиозное акробатическое шоу на карабахских скакунах. Лейла Курбанова, CBC.